запустила себя. Сил нет, радости нет, платья не сидят, бусики не сидят, даже ничего не хочется, даже смотреть на себя в зеркало не хочется, потому что смысл потом расстраиваться и пить валерьяночку, потому что все не радует. Даже осанка куда-то делась, да что ж это такое? Девушки, ну это обычная история, и у меня такое было, и временами сейчас есть. Я просто расскажу, что это такое. Сначала мы думаем, что тело нам дано навсегда, навечно. Оно будет молодое, озорное, быстрое, упругое и так далее. Потом у нас дети, потом нам нужно построить карьеру, и мы заняты всеми, всем и всеми, но только не собой, тоже понятно. А потом, когда дети вырастают, и вы уже там дослужились до серьезных высот, и деньги умеете зарабатывать, а потом что-то такое происходит, вот уже все можешь себе позволить. Как одна барышня говорит, я теперь могу носить колье любой цены, но оно не сидит. Боже, что делать с тем, что вообще ничего не нравится, куда ни глянь, и главное, нет матчасти, базы, которая поможет разобраться и отмотать все назад. На самом деле матчасть и база есть. Я по специальности врач-акушер-гинеколог-генетик, но я просто женщина, зоркая женщина, я просто вижу, наблюдаю, здесь вот это, я вижу, как прокрадывается в тело старость. И я создала систему, которая называется «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Очень простая система, вы можете просто попробовать. Под этим видео, скорее всего, есть ссылочка, на нее нажмите и приходите в систему «Старости нет». Жду вас, переходите по ссылке и начните свой волшебный преобразование.